Алишер Каримов демонстрирует свою щедрость. В следующем месяце артист планирует выпустить свой альбом, который он раздаст всем любителям его творчества. Дело в том, что 9 сентября Каримов проведет большой концерт в Алматы, где покажет поклонникам свою новую концертную программу. Там же Алишер вручит собравшимся новую пластинку. Напомним, что три дня спустя, 12 сентября, финалист Суперстара выступит на фестивале Гаку Даусе. Мы начинаем в 17:00. Не пропустите праздник национальной музыки.